Добрый день, меня зовут Александр Слива. На данный момент я работаю инженером ПТО в строительной организации. Наткнулся на лот, который находился недалеко от меня, в пределах 40 километров. Было принято решение съездить посмотреть. Это был печатный плоттер HP. Конкурентов на лот было два. Принял я решение подавать заявку именно на этом этапе. Купил я данный лот за 1200 рублей, никаких копеек, ничего не ставил, конечно. Обошел я своего конкурента на 250-300 рублей. Эмоции, конечно, были определенные. Никогда еще не участвовал в торгах. Конечно, было восхищение. Безусловно, я обрадовался. Как планирую продавать лот? Ну, разместить, безусловно, это на Авито, на всех известных площадках по продаже данного лота. Также прозвонил в комиссионный магазин, они попросили у меня прислать видео, фотографии данного товара, ну, что я в ближайшем времени и сделаю. Об академии думаю, что нужно обучаться, безусловно, все придет с опытом, все лазейки, которые будут, ну, желательно этого не допускать, если придерживаться всем правилам, которые давали на уроках. Это также будет мой совет новичкам. И тогда у вас и эйфория появится, и вы будете увереннее себя чувствовать в дальнейшей покупке лотов, и будете знать всю процедуру, как действовать, и все у вас получится. Спасибо. Если вы хотите так же, как наши студенты, зарабатывать по 100-200 тысяч рублей уже в первый месяц после обучения, то запишитесь на наш бесплатный мастер-класс. Вы узнаете, как покупать автомобили, недвижимость, спецтехнику и другие объекты на торгах по банкросу со скидкой от 50 до 90% даже без собственных вложений с новой профессией агент торгов по банкротству.